Всем доброго утречка. Посмотрите, к нам зима вернулась. Снег валит. Все засыпало снегом. Березы какие красивые. Вот такая вот погода непредсказуемая в этом году. А мы просыпаемся, готовим завтрак. Динамичные движения щетинок и циркулирующий поток воды удаляют еще больше налета даже из межзубных промежутков, а также укрепляют десны. С индивидуальными настройками вы сможете сам режим чистки. Инновационная технология. Я тут двумя руками взял вот такой. От полости рта. О. А что у вас там вообще происходит? Убери-ка. Следующий раз, раз вот так. Как всегда, правда, Кристина. Сразу две новые. Связала шапку для кукляшки, для гномушки. Сделала тебе полностью? Я снимаю, сынок. Спасибо. Такое платьишко. Еще до конца не сделала. Скоро доделаю. И вот такая вот будет шапочка. Так, девочки, провожу испытание. Валентина Качур. Вот, смотри. Бимакс из фикс-прайса. У нас жесткая вода. Вот здесь почитала, что при жесткой воде и белье у меня там белое, я положу два колпачка. Вообще 65 грамм вот этот колпачок, вот этот. И при загрязнении нужно два колпачка 130 миллилитров, миллиграмм ли, или грамм. В общем, проводим испытания Бимакса из фикс-прайса. Второй колпачок вылила. Интенсивно. 800 оборотов и 60 градусов. На час. Валюша, мне понравился гель. Ой, сейчас покажу. Первую партию постирала. Прям вот чистенькой, даже кухонное полотенчико вот это вот чистенький. Мне понравился, правда. Сейчас еще стирается. Но некоторые кухонные салфетки прям, знаете, могла бы и не положить в белизну. Прям, ну, прям на 90% отстиралась. Но я все-таки в белизну положила, потому что люблю, чтобы вообще ничего не было. Вот, а мы собрались в СДЭК за моим аппаратом. Сегодня я вам сниму видео. Про витофор. Без губ как пойдешь? Глаза уже давно не крашу. Зрение плохое. Вдруг не туда что-нибудь намажу. Будут там угорать надо мной. Солнышко у нас сегодня. Лужи везде. Как в интернете я увидела, зима была плохая и лето будет плохое. Походу все морозы остались на лето. Придется нам с парниками таскаться. Открывать да закрывать. Ну, Санюха сказал, жить будет на даче. Че ему? Утром вышел, открыл.
вечером закрыл. Правда я говорю, нет? Да, истинно правда. Точно так. Едем на Орлова 7 в ДЭК. В ДЭК. Посылочку забрали. Дома откроем, покажем. Так, а мы поедем сейчас за семенами. На 40-й, куда мы заходили с тобой. Ну, девчонки, солнышко. Саша уехал на теннис, а я иду в аптеку. Боюсь, как не упасть. Как хорошо, когда солнышко. Вот у нас мясной магазинчик рядом с домом. Вот этот дом наш. А вон там аптека. Сейчас пойду в аптеку. Ну вот, мои хорошие, вернулись мы домой. Сейчас раскроем. Так, сразу вам хочу сказать, вот, заплатила я сама. Не вздумайте даже подумать, что там рекламу я какую-то делаю. Вот, видите, сумма. Такую сумму я заплатила. Когда, если какая реклама, я всегда говорю. Здесь написано сумма с учетом НДС. 690 рублей манжета плечевая. 6790 стоит Витафон Т. И доставка 258. Самое главное, надеюсь, что все рабочее. Раскрываю посылочку вот на камеру. Без этого сейчас никак нельзя. Можешь, ты же можешь. Они мне полный комплект. И на коленку, и на плечо. Это надо разбираться. Как тут, что тут, куда там? Ну, даже, знаете, вот я капустные листочки себе приклеиваю, да, даже удобнее будет, да, фиксировать на плечо. Саша придет, мы разберемся. Оденем, затянем, все покажем. В общем, вот такая вот Витафон написана. Даже вот видите, если колени лечить на коленочку. Это полностью, значит, идет набор и на руку, и на коленочку. Вот. Даже можно простатит лечить. Вот. Фиксирующее. Хотя, видите, мне написали плечевая. И положили, наверное, в подарок. Ножные. А я думала, весь набор, весь спектр. Обрадовалась. Так, так. Что у нас здесь? 20 февраля. Гарантийный талон.
Все отмечено. Молодцы. Так, руководство по эксплуатации. Потом методика фанирования. Так, видите, цветные, даже куда ставить нужно все. Отдельно. Розеточка так, или как она называется? Вилочка, наверное, блок питания. Блок питания. Сам аппаратик. Сейчас мы с вами просто раскрыли посылочку. Вечером мы все это изучим. И я уже, надеюсь, буду лечить свое плечико. Так, вот так вот это все выглядит. Вот так выглядит аппарат. Витафон Т. Режимы выбираются, время. Старт и стоп кнопка. Аппарат виброакустического воздействия. Сделано в России. Так, ну вот, посылочку мы раскрыли с вами. Сейчас Иваныч домой прибудет. Будем разбираться. Подключать. Смотреть. Учиться. Так, я зашла в магазинчик, купила колбаску. Я думала, Димочка к нам придет, а он не хочет. У него же там Xbox. Зашла в аптеку, купила два бинтика стерильных. Вот такой Aqua D-Trim купила. У нас заканчивается солнечный витамин D3. Вот такую мазь купила. Везде идет, во всех аптеках идет. Два берешь, третий в подарок. Но здесь мне не предложили. Сказали, бери один. Отзывы слышу уже от второго человека, что помогает. Будем пробовать. Еще такого у меня нету. Ну и навязала вот такие таблеточки аптекарше. Сказала, что по акции хорошее обезболивающее комбинированное средство. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Парацетамол и ибупрофен. Головная боль, зубная боль, болезненная менструация, невралгия, боли в спине, лихорадочное состояние, в том числе при гриппе и простудных заболеваниях. Next. А next переводится следующий. Один попил, помер, следующий. Ну это я шучу, вы не подумайте. Так, а сколько стоит-то? Сколько стоит-то? Сейчас вам скажу. 199 стоит гель. Артрокомб Aqua D-Trim стоит 170 рублей, Next 145 и бинтики 43,25. Вот. Зашла я в магазин семян, докупила семена, взяла кабачок, перчики, так, свеклу взяла, чудо земли. Цилиндру. Мне вот такие длинные нравятся, они сладкие прям. Темную лошадку взяла, свеклу столовую. Базилик взяла. Сейчас тоже замочу, посажу. Дайкон взяла. Еще досажу вот такой вот для разнообразия баклажанчик. Замочу сегодня. И розовые томаты взяла. Розовые для еды.
с мякотью. Томат малиновый мясистый, микадо розовый и дикую розу томат. Ну и такой вот сладенький перчик. Вот такой. Тоже сейчас замочу вместе с баклажаном. А помидорки еще рано. Винни-Пух еще вот такой взяла, Винни-Пух. Вот такие были покупочки у меня. На 200 рублей семян взяла, на 500 рублей в аптеку сходила. И вот за Витафоном съездили. И колбаску нашу отрадинскую купили, какую-то кавказскую. Но наподобие такой кругляшочек, я уж показывать не буду. Взяла для Димы 3 сосисечки, думала, он прибудет. А он не хочет. Ну, Дим, не хочешь, как хочешь. Ну, все на этом. До вечера. Вечером будем лечиться. Слышите? На взлет пошли. Ну, в общем, чувств никаких. Просто гудит и все. Саша сказал, и не должно быть ничего. Частоты. Какие частоты, Саша, ты сказал? Ультразвук, наверное, какой-то. Ну, ультразвук. Ну. А как же она там? Она же не будет тебе стучать какой-то кувалдой. Короче, лечимся.